Какая-то таинственная сила рисовала ее образ в моем сознании снова и снова. Все говорили, что она манипулирует мной. Но я слушал только свое сердце. Это сон. Будто я стою на краю земли, а песок плывет и скрывается за краем. И сегодня я с большим удовольствием вручаю эту награду талантливому архитектору, чей проект уже покорил сердца горожан. Сейчас мужики совсем другие, а богатые тем более. У них секс отдельно, а любовь отдельно. Тебе надо развлечься. Я сейчас все организую. Мне не нужны твои девушки по вызову. Миш, говорят, она похожа на девушку из твоих архитектур и фантазий. Специально для тебя искали. А у нас новая сотрудница. Так ты Ольга или Наташа? Я не обманываю вас. Думаешь, она случайно к нам попала? Я, правда, о ней ничего не знаю. Говорят, она любовница какого-то крутого бизнесмена. Не похожа она на бухгалтера. А ты думаешь, откуда у нее сумочка за 10 штук? Не верь тому, что обо мне наговорили. Но я же вас предупреждал, что она авантюристка. Ее подставили. Ну, а теперь вы понимаете, в какую ситуацию мы попали. Сейчас предприниматели не сажают. Она манипулирует друзьями и даже своей матерью. Не хочу тебя слушать. Да она же просто двуличная актриса, которая играет с вами. Не верьте в этот фальшивый спектакль. Ты ничего не знаешь о ней. Ты понял? Оправдываться бесполезно, ты все равно мне не поверишь. Оля! Оля! Оля, не делай! Ну, все совсем не так, как кажется. Борь, ты фильм «Красотка» смотрел? Да. Ну и как думаешь, женится он там на ней?